Привет, мои друзья! Ну вот я на таком бетонном мосту сейчас нахожусь. Подо мной наша река. Но здесь рыбы плавают, если очень внимательно посмотреть. Ребята, ну что? Вот что может быть приятнее и полезнее, чем прогулка под дождем? Вот сегодня мы с вами будем идти, разговаривать, беседовать. И сегодня, посмотрите, вот в кадре у нас появился посох философии, посох мудрости, да, который попался ко мне в прошлом году на берегу Черного моря. Вы помните, да? Я вам задавал вопрос, что же мне с ним сделать, сжечь его прямо в костре на берегу Черного моря или взять с собой. Ну вот, первый репортаж этой весны, прогулка с посохом мудрости. Ну, друзья мои, я вот сейчас счастлив, как мужик, который идет гулять под дождем, который, ну, что-то сейчас, наверное, вам интересно расскажет, что-то сейчас будет, наверное, ценное для нас. Ну, посмотрим, может быть, сейчас какие-то философские мысли придут в голову с посохом судьбы. И этот посох нам расскажет о многом. Ну что, друзья, поехали. В общем, такая хорошая философская прогулка с дедом ВДВ. Пошли, километров на 10. Продолжаем прогулку. Так, наш мост такой незабвенный. Ну что, друзья, здесь не пройдем. Ребятки, здесь не пройти, придется поверху идти. Меня кто-то атакует, я даже не понял, кто сзади меня. Кто-то сзади подошел ко мне. Не совсем я понял, но будем надеяться, что это не фантомас. С таким посохом, конечно, ничего не страшно. Вообще посох мудрости, он, конечно, навевает на какие-то мысли. Когда я иду куда-то вот с этим посохом, такое ощущение, что в меня вторгается какой-то, внедряется какой-то дух фантомаса, что ли, пацаны. Вот этот мост у меня многие годы манит, вот этот мост, вот он какой-то, вот он загадочный тут вот под этим мостом, что такое, не живет, лягушки всякие. Да, интересная штука. Я вспомнил, сейчас пройдем кое-куда, сейчас все увидите сами. Прогулка с фантомасом. Вот этот посох можно очень хорошо использовать для самообороны. Удар в живот как штык, удар в колено или под колено, размашистый удар. Ну, по лицу, конечно, не надо, очень больно будет, можно рот порвать. В общем, можно как ударный использовать инструменты, как вообще красивая вещь, единорог гранатовый. В общем, вот такой корень, ребят. Сейчас зайдем в один объект интересный. Ну, в общем, фантомас
Я такой авантюрист по жизни. Так, никто за нами не следит здесь. Сейчас попробуем в тот дом зайти. Его только что закончили, там охрана сидит. Так. Шикарно, никого. Сейчас посмотрим, кто в этом домике живет там. Ага. Вот уже охота за фантомасом началась, парни. Так. Сейчас пойдем посмотрим, что тут у нас. Задача такая, ни с кем не разговаривать. Да, интересно. Лужи. Не упадите, месье Фантомас. Ага. Птички какие-то интересные. Ага. Все заброшено. Стройка. Ну что, посох мудрости. Пойдем посмотрим. Первый раз здесь брожу. На голову ничего не упадет, пацаны, а? Да. Так. Угу. Солидно здесь сделано, да? Были пацаны, да, что происходит? Так. Такой дом. Понятно, да? Смотри, что есть. О, бля. Понял? Так вот, бля. Видали, да? Вот так вот, пацаны. Так, 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 так. Второй этаж. Ну чё, посох? Как интересно мы с тобой там гуляем. Добрый день, ребят. Посмотреть хотел. А, туда нельзя, не пойду, не. Посмотреть хотел. Скоро сдача сдавать будет, скоро до дома. Во, красиво, хорошо. Ага.
А вы откуда? Из Таджикистана, парни? Не, из Узбекистана. А, Узбекистан, а. Окей, удачи, а. Хорошо. Нормально? Да, да, да. Купить? Ну да, да, хотел. А, ну вообще качество, да, нормально вообще. Да, да. Пойдет, пойдет, да, да, да. В принципе, даже лучше, чем вот когда издалека смотришь, а внутри. Да, еще мы не закончили. Хорошо, мы хорошо. Именно... Двор будет все, да, 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 да. Лучше, чем те дома, которые сданы там уже. Там качество вообще равно. Это вот видно даже, потому что здесь же кирпичом, ну, да, обложен. Мы посмотрели там. Да, да, да. Вообще просто штукатурка и вообще. А. Тут уже шуба будет, знаете. Да, 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 да. Конечно, конечно, конечно. Здесь. Вот, сейчас штукатурка сверху стекловатая, потом шуба. Все, здесь кафель. Все. Уже, на... уже газовые, как бы даже колонки есть уже. Все, то есть, все, все. Солидно. Все. Удачи, ребята, удачи. Я пошел, все же не буду вас это. Не, не, давай, удачи вам. Спасибо, спасибо. Да, нормально. Посмотрел немножко, ну красиво. Да, все. Все, пацаны, посмотрели. Отличный дом, отличный. Кирпич облицовочный. Все, парни. Смотрите, да газ какой, ничего себе. Все. Все узнали, все посмотрели. Вообще люблю ходить по стройкам, ребята. Все, месье Фантомас. Побежали, побежали. Вот так, ребята. Обстановка благоприятная. Вообще дом отличный, блин. Все классно. Да. Вот так вот. Ну что, ребят, вот такая штука вот. Кто-то, дай бог здоровья, вытащил из канала у нас эту телегу ржавую. Ну это что это? Тайна этого. Пираты Карибского моря, да? Тут только ракушек не хватало. А, ну уже все в мидиях, кстати. Он в мидии кругом. То есть пролежала телега, ну, года два, наверное, три. На дне. В общем, сейчас ее увезу. Сейчас вы испачкаетесь. Вот, с месье Фантомасом вместе, чтобы ее обратно не кинули в речку. Подальше немножко. Все, поехали, поехали. Все. Приходится, в общем, такая жизнь с телегами. Так, где посох мой? Посох мудрости. Поехали. Ребята, а вы где на Черном море отдыхаете? Сочи, Адлер. А, во, ничего себе, в Адлере. Так это касается, мы там тоже будем. С косы, там коса в Адлере такая. Мы в Олимпийском парке. А, понял, понял. И что, как там море? Хорошее? Молодцы, молодцы. Ну я осенью поеду, наверное, туда. Увидимся. А, и кстати, в прошлом году очень много фильмов сняли про Огурские водопады, про Огурское ущелье, вот про Адлер, там посмотрите на моем канале. Море. Так что Адлер любимый. Все, пока. Удачи передавать, ясно. Молодцы.
Ну что, ребят, вот сюда-то сюда, чтобы ее хоть забрали. Так, вот там где-то у них есть винтерка, вот такая. В общем, друзья, я очень надеюсь, что местные жители обратят внимание на эту телегу и все-таки отвезут ее к контейнерам. Потому что я, ну что я тут буду? Сейчас вот телеги таскать по контейнерам, что ли, спасать. Тут уже осталось близко. Посмотрим на сознательность местных жителей, как они вот. Если совсем облом, она будет здесь стоять целый год. Ну, потом новый репортаж. Сейчас идем туда, на новостройку, немножко разомнемся по физо. Все, побежал.